Представители Временной избирательной комиссии по проведению праймерис не стали откладывать в долгий ящик представление документа «Положение о проведении всенародного предварительного общественного голосования в ДНР». Сегодня его уже презентовали прессе, и в ближайшие несколько дней, как заявила в ходе брифинга секретарь Временной избирательной комиссии Елена Молчанова, документ будет опубликован и станет доступен общественности. Что касается самого положения о праймерис, данный документ состоит из 11 статей, которые отображают этапы проведения голосования, образование избирательных округов и участков, требования к кандидатам, полномочия временной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий. Согласно положению вот этому, право голоса имеют избиратели, которые проживают в административно-территориальных единицах Донецкой Народной Республики, которые будут выбраны для проведения всенародного праймерис. Принадлежность избирателя к административно-территориальной единице определяется зарегистрированным местом жительства. Порядок участия в работе избирательных комиссий, проведение агитации, осуществление наблюдения за проведением всенародного праймерис будет установлено настоящим положением, а также решениями Временной избирательной комиссии. Право быть избранным при проведении всенародного праймерис имеют кандидаты, которые достигли 18-летнего возраста и которые прожили в административно-территориальных единицах Донецкой Народной Республики на протяжении последних 5 лет. Что касается выдвижения и регистрации кандидатов, то требования к кандидатам и порядок их выдвижения будет установлен соответствующим положением Временной избирательной комиссии с учетом тех требований к кандидатам, о которых я вам уже сказала. Кандидаты регистрируются в соответствующих территориальных избирательных комиссиях в порядке, который установит также Временная избирательная комиссия. Все кандидаты будут участвовать в праймерис на равном основании. Еще раз хочу обратить внимание, что процедура праймерис максимально открыта для общественности. Она обеспечит равные возможности для всех граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, в том числе при проведении агитации, а также при регистрации кандидатов и в дальнейшем праве быть выбранными в депутаты местных советов и на должности местных глав. Стоит отметить, что на основании принятого положения Временная избирательная комиссия уже ведет активную работу по разработке сопутствующих дополнений и порядков, которые будут регламентировать деятельность участковых избирательных комиссий и порядок работы иностранных наблюдателей во время проведения праймерис.